он там хотел сейчас выругаться или... Или просто не перевели. Зеленая трава. Ну, зеленая трава, это получается здесь оставлено для того, что если вдруг нас пауки бы отравили, если бы мы с ним сражались. Но что-то я пока не готов к сражениям. Так, вижу жмуриков. Тачка. Что это? Что за машина? Мычит. Итак, друзья, мы в особняке. И чей это особняк, наверное, мы узнаем чуть подальше. Давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Рояль. Прямо возле телевизора. Так, камин. Похоже, это не использовалось некоторое время. Так, в дверьку пока не будем заходить. Что у нас здесь? Фотография мальчика и девочки, которых я видел. Теперь понятно, да, чей это дом? Это дом Лота и его сестры. А это, собственно, наверное, их родители. Фотографии, правда, какие-то расплывчатые. Нет. Фотоаппарат, наверное, не очень хороший. Либо, может, на телефон фоткали. Так, что у нас в холодильнике? Нет, ничего. Микроуха. Обычная кухня, нет ничего необычного здесь. Плита электрическая, я смотрю. Стеклокерамика прям. Я думал, зеленая трава. Ну, в принципе, да, это тоже зеленая трава, но несъедобная. О. Парень. Что-то зомби тут приуныл просто. Так, красная трава. Ходил, 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 наверное, сел и приуныл просто. Либо устал. О-о. Ну, теперь в любом случае ему хорошо, и он отдохнет. Различные документы Umbrella. Нет, стол пустой получается. Что, мы здесь только за траву? За травой пришли? Получается так, так, давайте смешаем. У нас, по-моему, есть зеленая, да, травка. Зеленая. Комбинируем.
Прекрасно. Ну, получается так. Больше здесь я ничего не вижу. Выходим на улицу тогда, да? А. Или вот еще, да, дверь. Здесь мы не были. Так, а это, судя по всему, комната Лота и его сестры. Вот. Какой музыкальный центр стоит. Видак. Телек. Нехило живут. Точнее, жили. Так. И что у нас документ здесь, да? Давайте почитаем. Дневник Лота. Так, дневник Лота. 10 сентября. Я видел некоторых заключенных в галерее. Сегодня у всех у них были сонные глаза. У одной из девочек, к тому же, выделялась слюна. Некоторые мальчики впивали взгляды в меня. Они были одеты в тряпки и дурно пахли гнилью. Как папа и управляющий Винсент сказали мне, они совсем другие люди, в отличие от наших семей, работающих на Амбреллу. Папа сказал мне, что их доставляют на этот остров таким образом, чтобы они могли работать на Амбреллу и стать приличными людьми. Я думаю, что они поступают правильно. Я надеюсь, что когда-нибудь, очень скоро, они станут приличными людьми. 10 октября. Я слышал, что управляющий Винсент убил тех людей, которые пробовали сбежать из тюрьмы. Интересно, как такое могло случиться? Я знаю, что они ниже нас, но разве мы должны убивать их? Разве это то, во что я верил? Амбрелла и мой папа должны были помочь подчиненным, которые работали на них. Почему он убил их? 23 ноября. Город находится в полной панике. Монстры повсюду, и они нападают на людей. Те люди Амбреллы, которые очень хорошо ко мне относились, внезапно начали нападать на меня. Мне нужна помощь. Пожалуйста, кто-нибудь, спасите. 24 ноября. Мой папа и моя мама превратились в мутантов. Один из оставшихся в живых сказал мне, что это управляющий Винсент превратил людей в монстров. Я не могу теперь никому доверять. Я должен пережить это и защитить свою сестру Лили. Несмотря ни на что, мы должны сбежать из этого города вместе. 24 ноября. Поняли, что, да, сестру зовут Лили, родители у Лота погибли. Вот. И они собираются сбежать, надо как-то найти их и как-то все-таки попробовать сдружиться с ними и сбежать из этого острова вместе. Так, когда мы заходили в комнату, здесь в шкафу что-то было. Не бойся, я не причиню тебе вреда. Где твой брат, Лад? Пожалуйста, ты должен спасти моего брата. Он сказал, что направляется на фабрику на канатной дороге. Фабрику? Он сказал мне, что может найти путь, как выбраться отсюда к фабрике. Но там полно ужасных чудовищ. Я знаю, что если он туда пойдет, он погибнет. Что? Пожалуйста, мы уже потеряли родителей. Ты должен помочь моему брату. Пожалуйста.
Я обещаю. Не плачь больше, Лили. Возможно, я был плохим человеком, но это было раньше. Теперь я совсем другой. Я спасу двух детишек. Клянусь. Лили, ты спрячься здесь, я пойду, найду твоего брата и вернусь за тобой позже. Итак, ну теперь, да, нам нужно отправиться на фабрику и спасти Лота. Надеюсь, после этого он позволит мне сбежать вместе с ним. Ух ты! Просто рассыпались по двору. Блин. Прицел ведет себя странно. Как-то бывает перескакивает очень резко. В этом бубу. Так, до туда достанет. Отлично. Так, и ворота открыты, да? Зомбированные все-таки пробрались сюда. Это что? А, почтовый автомат. Так, псина. Так, я слышу там сзади еще одна, да? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Заряжайся быстрей. О, отлично. Все. Собачка труп. Итак, мы пришли отсюда, да? Да, лестница. Так, здесь что у нас? Здесь у нас ничто. Ух ты, ё! А вот этого я не ожидал, блин. Ай-яй-яй! Да дай ты мне пройти. Засранец, а? Обегает спереди. И не дает войти в дверь. Так, он убежал, что ли? Я тебя сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты. Ах ты, засранец. В принципе, можно было с ним и сражаться. Ну ладно. Что было, то было. Так, что тут у нас? Тишина такая вообще, друзья. Так. График обслуживания канатной дороги. Здесь что? Здесь ничего. Это панель управления канатным вагончиком. Вы включили энергию. Опа, опа, опа. Опа. Да чтоб тебе вообще ни разу не попал. Что за бред?
туристы. Блин. Вот они по разным углам разбежались. Чтоб тебя. Ай-яй-яй. Заметили, да, друзья, вот эти мутировавшие лизуны, они более такие мощные, более живучие. Когти у них длиннее. Упал рядом. Рядом. О. Так. Но с этими как-то посложнее. А сложнее тем, что их дольше убивать. Просто-напросто. Больше надо пуль садить. Ну что ты, куда ты? Так, опасно. Где у нас там смесь? Отлично. Да чтоб тебя, а? Есть, один готов. Вот минус в игре, это то, что нельзя перезарядить. И куда ты там повернул? Да нафиг мне этот твой график-то, а? Ну чтоб тебя. Слезть с потолка-то уже. Опять полез. Аллилуйя. Небольшое местечко, сколько всего тут произошло вообще. Но как же без этого?